Продолжаем. Обращаю ваше внимание на то, что в реставрации было предложено строительство 10 многоквартирных жилых домов. Более 80% этих квартир было реализовано граждан, и были привлечены средства этих граждан, физических лиц, на сумму более 2 миллиардов рублей. Мы возбудили уголовное дело по реализации квартир по трем домам, которые расположены в Октябрьском и в Советском районах. В данном случае было реализовано квартир 200 граждан и привлечено 500 миллионов рублей от физических лиц. Далее эти средства поступали в кассу наличными денежными средствами, привлеченными в том числе по трем домам, по которым мы считаем, были нарушены законодательства. Ну а следующее действие руководителей и бухгалтерии по кассе, по расходованию этих денежных средств, которые поступили наличными средствами. Первое, мы установили о том, что имеется черная так называемая касса, и порядка 200 миллионов рублей, полученные от реализации квартир вот этих трех домах, официально не учитывались в бухгалтерском учете и расходовались и на нужды предприятия, и в том числе на личные нужды семьи Коваленко. То есть это темная заработная плата, спонсирование футбольного клуба, реставрации, личные нужды Коваленко. И часть денежных средств, естественно, учитывалась, большая часть, в официальной кассе, но вместе с тем, поскольку эти денежные средства были приняты от граждан в нарушении действующего законодательства, регулирующего вопросы долевого строительства, то здесь в данном случае были подготовлены фиктивные документы. Спасибо. Были подготовлены документы о том, что фиктивные документы на 260 миллионов рублей, о том, что эти денежные средства поступали в кассу, но были израсходованы на так называемые темные фирмы, которые не вели никакой деятельности. Пишите, я продолжу.